Новому микрорайону новый детский сад. В Ильинке начинается строительство современного учреждения для дошколят на 220 мест. Капсулу для потомков заложили фундамент губернатор и глава администрации города. В детском саду будет 12 групп, у каждой отдельный вход и целый набор помещений. Спальня, игровая, буфет, раздевалка. Предполагается большая кухня, медицинский блок и собственная прачечная. На втором этаже у нас предусмотрено, в детском садике предусмотрено два зала, один танцевальный и один спортзал. И несколько комнат, помещений, где будут проходить индивидуальные занятия или какие-то дополнительные занятия с детьми. Строительство сада обещают закончить в следующем году. На возведение нового объекта потребуется порядка 144 миллионов рублей. Стоит отметить, что более 100 миллионов – деньги федеральные, поступят только в следующем году. Самостоятельно решить проблему с очередями региону не под силу. Сейчас только в областном центре ждут своего места в детский сад более 2000 малышей. В этом году мы введем 705 мест для ребятишек. И в будущем году вот вместе с этим детским садом еще добавится 500 мест. То есть это уже будет рывок неплохой. И в принципе на 2014 год пока тоже такой же у нас расчет, порядка 1500 мест. В Иванове строят и реконструируют на данный момент 6 детских садов. Такого специалисты не припомнят с советских времен. Однако только к 2016 году проблема с местами в дошкольное учреждение будет решена полностью. Но и это пока лишь оптимистичные прогнозы. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.